музейного совета Республики Дагестан. Дорогие друзья, мы пользуемся возможностью и с радостью вручаем вот удостоверение и медаль за заслуги в развитии культуры и искусства. И надеемся, что у нас с Дагестаном продолжатся самые-самые теплые отношения и творческие проекты совместные. И мы вас попросим передать Абдулатипову Рамазану Гаджимурадовичу и министру культуры, да, вот эти удостоверения и грамоту подчеркиваю. У нас действительно сейчас сложились удивительно теплые отношения с Дагестаном. Рассчитываем на их развитие. Спасибо. Ответное выступление. Приглашаю вас к микрофону. Дагестанцы не приезжают с пустыми руками. Наше министерство тоже мне поручило почетную миссию вручить почетные грамоты Министерства культуры за вклад в нашу культуру Константину Анатолию Николаевичу. Спасибо. Аплодисменты. Музей вас на память.